Good evening, ladies and gentlemen. I'm Tom Harmon, ringside here from Atlanta, Georgia, where tonight there are 5,000 fans packed into this arena, anticipating a great fight, and primarily to see the return of a great heavyweight champion, Muhammad Ali, or as, of course, most all of you know him, Cassius Clay. Everybody is not, of course, too much interested in just exactly how this is going to come about. There are a great many question marks in this fight. Jerry Quarry is the number one ranked challenger, so Clay is certainly not in there against an easy opponent. Всем привет! Добро пожаловать на канал Viasat Sport и Viasat Sport HD. Мы продолжаем рассказ об истории мирового бокса. Ну и впервые в этой нашей истории появляется боксер по имени Джерри Квори. Весьма известный, но известный на самом деле, пожалуй, вот этим боем, который мы сейчас увидим, бой против Мухаммеда Али. Джерри Квори дрался и с Флойдом Паттерсоном, и побеждал его. В первом бою была ничья, во втором уже была победа Джерри Квори. Дрался с Джорджем Шувало и, кстати, проигрывал ему нокаутом, но вот теперь он в City Auditorium в городе Атланта встречается с Мухаммедом Али. И это первый бой Али после его возвращения на ринг. 3,5 года он вынужден был пропустить. Таким образом, Америка отреагировала на его решение не идти в армию, не участвовать в... в военных действиях. В принципе, Али все достаточно четко объяснил, но он и так раздражал очень многих. Ну и за повод уцепились. Нью-Йоркская атлетическая комиссия лишила его лицензии. Ну а затем это сделала практически вся Америка. И вот лицензию Али вернули. Неудивительно, что это произошло в Атланте, в городе, где очень много темнокожих. Ну и там решили, что Мухаммед Али может стать таким местным идолом, при том, что чемпионом мира он уже не являлся. Титула его, естественно, лишили. Чемпионский титул принадлежит совершенно другому человеку в этот момент. Но при этом Мухаммед Али, разумеется, считает настоящим чемпионом только себя, несмотря на наличие Джо Фрейзера, Джимми Эллиса. Ну и, разумеется, его задача — это как можно быстрее выйти на бой с действующим чемпионом. Джерри Квори не очень хорошо выглядит вот в этой дуэли взглядов. Али улыбается, Али, как обычно, разговаривает. Спрашивает соперника, готов ли ты к тому, что ты сейчас увидишь. ...26 октября 2010 года. Ну и, разумеется, поскольку штат Джорджия дал Мухаммеду Али боксерскую лицензию, то и бой проходит в столице этого штата, в городе Атланта. При всем том достаточно скептическом отношении, которое было к Мухаммеду Али, и при всей той нелюбви, которая во многих городах Америки ему высказывалась, все-таки за 3,5 года американцы соскучились по этому чемпиону, и время без времени, если вот так можно выразиться, тоже всем надоело. У Мухаммеда Али не было серьезных соперников после того, как он победил Сонни Листона и Флойда Паттерсона. Это, собственно, три его первых чемпионских боя. Ну, достаточно сказать, что после этого 4 следующих Али провел за пределами, и 3 из них в Европе.
Насколько Джерри Кори может какую-то конкуренцию Мохаммеду Али составить? У Али это юбилейный 30-й бой. 29 побед, 23 нокаутом. Да, последняя была 3,5 года назад. Но уже с первого раунда становится понятно, что Джерри Кори реальным соперником Али быть не может. Но если он проигрывал Джорджу Шувала нокаутом, проигрывал Джо Фрейзеру, кстати говоря, в прошлом году, в 1969-м, проигрывал Джимми Эллису, проигрывал Эдди Мейкину. Но против Али делать ему совершенно нечего. Разница большая, как вы видите, в росте. На 8 сантиметров Али выше. Ну и уже первый раунд не оставляет никаких сомнений, кто тут настоящий чемпион. Тони Перес, рефери этого боя, Лью Эскин и Билл Грэм, арбитры за пределами ринга. Да, соскучился по боксу Мохаммед Али. Он, в принципе, продолжает танцевать, так как он это делал всегда. Но при этом всаживает в Джерри Кори достаточно сильные удары. При том, что, наверное, что-то еще и личное тут присутствует. Мы помним, что у Али возникали регулярно проблемы с боксерами, которые отказывались его называть новым именем, которые продолжали его именовать Кассиусом Клеем. И это, в общем, совершенно неудивительно. Али изначально вел себя как человек, который пришел стать королем. Когда он еще не был никаким чемпионом мира, он был лишь олимпийским чемпионом среди любителей, Али встретился с Ингемаром Юханссоном в тренировочном зале. Достаточно высокомерно с ним разговаривал, после чего между ними состоялся спарринг, по ходу которого Али не просто бил Юханссона, а еще и все время это комментировал и говорил, что с Ллойдом Паттерсоном должен драться я, а не какая-то бездарность. Али в тот момент было 18 лет. Сейчас ему 28. Прошло 10 лет, и он, конечно, утвердился в роли короля. Переход в ислам и принятие нового имени ему тоже добавили лишь собственных ощущений. При том, что в какой-то момент эта организация развалилась, ее лидера убили и грозили убийством самому Мохаммеду Али, ввиду чего на их бой второй с Сонни Листоном было созвано немыслимое количество полицейских. При том, что бой состоялся в штате Мэн, который, ну, не является никаким центром спортивным в Соединенных Штатах Америки. И, в общем, совершенно понятно, что такое мероприятие, там только одно могло произойти. Ну и для Али это сейчас возможность триумфально вернуться. Его оскорбили, его лишили титулов. Ему отозвали боксерскую лицензию. Но он полон решимости доказать, что он на самом деле лучший боксер современности. Джерри Кори начинает прыгать вперед и даже некоторые успешные удары наносят. Но мне кажется, это вот тот случай, когда от страха это делает Джерри Кори. Настолько он боится Мохаммеда Али, что предпринимает вот эти попытки. Причем, кстати, достаточно успешные. Левым хуком атакует. Ну и плюс Али все-таки 3,5 года не выступал. Что-то да потеряно. Возможно, он быстро все это вернет себе. Но все-таки такая пауза, причем когда человек находился в самом соку, от 25 до 28 лет, она не может не сказываться. Еще один левый хук, Али все время пропускает один и тот же удар.
Правая рука у него болтается неизвестно где. Ну и Джерри Кори вот именно эту дырку рассмотрел, нашел и туда все время бьет. 25 лет Джерри Кори. Ну, я уже сказал, кому он проигрывал. Джо Фрейзеру, Джимми Эллису, Эдди Мейкину. Еще и 4 ничьи у него тоже в карьере есть. Ну, наверное, выводя Джерри Кори на бой с Али, большинство вспоминали два его поединка с Бастером Мэттисом и с Флойдом Паттерсоном. Оба завершились победой Джерри Кори, но по очкам. На самом деле, не совсем понятно, почему это все воспринималось серьезно. Флойд Паттерсон никогда не был настоящим тяжеловесом. Бастер Мэттис, конечно, боксер очень уважаемый. Достаточно серьезную репутацию имел, но перед тем, как проиграть Джерри Кори, он проиграл Джо Фрейзеру. Ну и несмотря на то, что он по габаритам все-таки был настоящим тяжеловесом, суперзвездой он не считался. Возвращение Али на ринг, в принципе, говорит нам только об одном. Должен состояться их бой с Фрейзером. Но до этого момента нужны некоторые, во-первых, формальности, а во-вторых, тренер Мохаммеда Анджело Данди прекрасно понимает, что нужны какие-то втягивающие бои, которые позволят его подопечному набрать форму, утерянную за 3.5 года. Ну и вот не так здорово уже Али выглядит, как в первом раунде. Потрогал своего соперника за голову. Бурный смех это все вызвало в Атланте. Попадает джебом Али. Ну, долго готовить атаки у Джерри Кори не получится. И вот это вот расшатывание соперника, оно не в его пользу, потому что Али не расшатывается, во-первых, а во-вторых, очень остро контратакует. Еще один джеб. Теперь правый прямой проходит у Мохаммеда. У Джерри Кори разбит уже глаз. Арбитр даже присматривается к тому, насколько сильное там кровотечение. Ох, как попадает Мохаммед Али. И Кори уже не очень готов защищаться. Еще одна шикарная комбинация от Мохаммеда. Тот видит, естественно, разбитый левый глаз и понимает, что правый прямой или правый кросс – это лучшее оружие сейчас против Джерри Кори, потому что это может привести к досрочной остановке боя. Опять вглядывается Тони Перес в лицо Кори. Но рассечение действительно сильное. И сейчас наверняка доктор придет в угол. Джерри Кори проверять, может ли он бой продолжать. Подпрыгивает буквально Кори. Что такое? Ха-ха! Джерри Кори готов драться, но арбитр останавливает бой. И, как я уже сказал, там пришел доктор в угол. После чего Кори отвели еще и в нейтральный угол. Да, тяжелое рассечение. Ну, мы знаем такие случаи в истории бокса. Достаточно вспомнить бой Виталия Кличко с Леноксом Льюисом. Там, правда, рассечение было гораздо более страшное.
И там действительно врач был прав, остановив бой, потому что это могло привести вообще к потере зрения. Здесь мы не видим лицо Кори на самом деле, но мы видели его в третьем раунде. В принципе, второй, наверное, можно было бы занести даже Джерри в актив. Но первый и третий он, конечно, проиграл, причем третий проиграл абсолютным образом, за явным преимуществом. Мохаммед Али объявляется победителем. Это не чемпионский бой, поэтому никаких поясов ему сейчас вручать не будут. Но для Али главное это то, что он спустя 3,5 года вернулся и вот таким образом выиграл. Я думаю, что он не очень доволен сам, потому что он бы хотел опрокинуть соперника на пол. А так получилось, что больше медицинское решение, чем спортивное. Но в биографии Али, конечно, будет записано то, что он выиграл нокаутом в третьем раунде. Ну и вот Али, посмотрите, как за 3,5 года поменялся. Он благодарит соперника и говорит о том, что тот достаточно жесткие удары наносил и местами меня удивил. Но я остаюсь чемпионом, кто бы что ни думал. Поэтому я должен был побеждать в этом бою, что я и сделал. And all the people who thinks he's still the champion, and I hope something can soon be worked out. Про Джо Фрейзера и про тех людей, которые считают его чемпионом, я с ними не согласен, и я им это докажу. That you missed a couple of punches. You're not expected to hit everyone, but did you feel your timing was sharp? Насколько тяжело было возвращаться после 3,5 лет пропуска в первом раунде? Некоторые удары шли мимо цели. Я не всегда стремился бить его по лицу. Я понимал, что порой можно атаковать и по корпусу. Он хороший боец, и мне пришлось потрудиться, говорит Мохаммед Али. Я не видел еще повторов, поэтому не могу сказать ничего про удар, который раскрыл ему бровь. Про левый джеб спрашивают Мохаммеда Али. Тот говорит, это часть моего плана на бой. Ну вот сейчас нам, собственно, покажут этот момент. This is the entire round, champ, so you go ahead and describe whatever you're trying to do here. Well, right now, I'm just concentrating on my legs. This is a big asset to me. On my toes, in and out. And usually when a fellow punch at me, I'm out of hitting range, and I can... Ну, к третьему раунду Али установил дистанцию, нужную ему, поэтому не пропускает Джерри Кори близко к себе. Тот, конечно, пытается атаковать левым хуком, но получается не очень хорошо. А вот и первый джеб пришел. Но такое серьезное рассечение должно быть от удара на встречном курсе. Вот еще один джеб. Еще один. Все время Али, условно говоря, пробивает в правый верхний угол головы Джерри Кори. Али говорит о том сейчас, что его подготовка была настроена на то, чтобы выдержать 15 раундов, поэтому он не форсировал события в начале боя, и не нужно этому удивляться, потому что неизвестно, сколько бой продлится. Была бы победа, если бы не было рассечения. Ну, максимально глупый вопрос задают Мохаммеду Али. Разумеется, была бы. И Джерри Кори, конечно, не смог бы провести все раунды так, как второй.
Я хочу, чтобы Джо Фрейзер посмотрел этот бой, говорит Али. Ну вот как раз уже у Кори разбито лицо. И, между прочим, это не джеб, а это один из правых кроссов, который нанес Мохаммед Али. Именно он привел лицо Джерри Квори в полную негодность. Ну и дальше Квори немножко залип, стал пропускать удар за ударом. Раунд, очевидно, проигрывает, ну а затем уже вмешался и врач. Причем, посмотрите, как внимательно смотрит рефери именно в лицо Джерри Квори. Его интересует исключительно состояние вот этого рассечения. Ну, разговор о бое с Фрейзером, наверное, сейчас все-таки не имеет смысла. Потому что для Али вряд ли этот бой будет следующим. Ну и Джо Фрейзер тоже не дурак и понимает, с кем он связывается. Поэтому он попробует затянуть немножечко эту историю. Но так или иначе, великий чемпион вернулся, показал. Что он может. И показал, в общем-то, достаточно убедительно. You went out as a champion, you came back as a champion. My congratulations. Ну вот, здесь, конечно, насыпает репортер Али такого елея. Ты вернулся как настоящий чемпион, я тебя с этим поздравляю. Далеко не вся Америка с этим будет согласна, но тем не менее.